Привет, это Геворг. Надеюсь, ты соскучился. В этом выпуске я покажу свои люксовые фавориты для тебя, моей любимой нищенки. Погнали. Цок-цок-цок, иди сюда. Хрюкать будем. Основной люксовый фаворит, на который мы постоянно тратим деньги, время и нервы, это, конечно, Патрик. Но о нем попозже. Иди спать. Ну а мы не отвлекаемся и поподробнее про банки. Наши с вами любимые косметические банки, склянки, пеночки, назирашки. Хотел сказать, это мочалки и веники. Но это уже другая история. Это вы уже с мужиками сходите. Расскажу о том, как я воссоздал этот макияж, и заодно покажу свои фавориты, а каждый поподробнее. Вашему вниманию сейчас предоставляется лот номер один. Тональное средство Tom Ford Shade and Illuminate Soft Radiance. Yes, perfect. Тональное средство очень красивым, натуральным, мокрым финишем на лице. Есть два минуса у этого тонального средства. Цена и отдушка. Пахнет какими-то лекарствами. Но тон очень красивый. Здесь SPF 50. Если вы любите красивую, живую, сияющую кожу, а еще и с SPF, это тональное средство круто будет смотреться. Но чтобы оно смотрелось круто, наше с вами лицо нужно почистить, увлажнить и подготовить. Погнали! В качестве мягкого очищения на каждый день я использую Soft Cleaner. Вот такой вот Soft Cleaner от Art and Fact. Сегодня я говорю на языке фактов. Другие звуки, потом узнаете. Очень мягкая, ежедневная, приятная пеночка. Ею мы очищаем лицо. После очищения нам нужно увлажнение с гиалуронкой. В районе 700-800 рублей можно будет приобрести в золотом яблоке. Мягкая, нежная текстура, немножко липковатая. Мы, конечно, с вами будем иметь разные суммы в нашей бьюти-косметичке сегодня. Оторвемся от 700 рублей и будем двигаться дальше. Дойдем до самых крупных сумм, которые, надеюсь, вам по карману. Следующий продукт, который нам с вами нужно нанести, это увлажняющий крем-гель от Art & Fact. Легкий, увлажняющий, не липкий, позволит нанести тональное средство на все лицо роскошно и красиво. В дни, когда на мне нет сильного макияжа, а какая-нибудь типа бибишечка и румиши, и тинтик на губы, и немножко веснушки, то есть любой другой день, когда я не снимаюсь под софитами, я использую этот крем. Выдавливаю его на руки и распределяю его по массажным линиям. После этого я беру капельку масла для лица и начинаю на крем Art & Fact использовать по массажным линиям немножко на давление и прорабатываю вот здесь вот именно вот эти стыки и вниз. Я прорабатываю зону накопления излишнего стресса и зажимов. Кстати, крем-гель-то эффективно увлажняет и тонизирует кожу, но он еще и синтезирует коллаген. Это значит, что ты будешь куклой-муклой красивой много лет. Плавно распределяем этот продукт по массажным линиям. Благодаря легкой текстуре и, знаете, активному составу средство быстро впитывается. Еще прикольно, что оно предотвращает потерю влаги и обеспечивает коже длительное увлажнение на каждый день. С мейком выходите или без, или с кислым лицом, неважно. Доделаю подготовку лица с помощью ухода. И хочу обратить твое внимание, что в бренде Art & Fact как будто бы нет отдушек. Есть ощущение, что в данной продукции нет ничего лишнего, кроме реально работающих, увлажняющих,
уходовых средств. Это прикольно, и это в бренде ухода определенно, думаю, понравится большинству, кому не нравятся отдушки и у кого аллергия на отдушки. Я сейчас практикую такую тему, как FaceFit, я хожу на массаж лица. У людей, насколько я обратил внимание, исходя из своего опыта, есть две зоны, где чаще всего скопления и зажимы. Это зона лба и вот эти вот бровные дуги, либо челюстная. У меня оба сразу, обожаю. Поэтому я пробовал буккальный массаж, это когда чей-то грязный палец лезет вам в рот, и вот так вот хуярит. Ладно, палец не грязный, чаще всего он в перчаточке. Лучше бы он был без перчатки. Вкус резиновой перчатки в вашем во рту 3 из 10. Но если вы знаете, что вы та терпила ебаная, которая каждый раз сжимает зубы и не может проговорить свои эмоции и сказать: «Слышишь ты, сука, я не пойду это делать, это твоя работа, иди обратно на кассу, бич, а я буду у другой кассы, потому что мы с тобой кассирши». Если у вас проблемы с личными границами, вы не договариваете свои эмоции every fucking time, понимаете, зажимаете зубы, свои брови и все такое, сходите один раз на массаж лица. Вы охуеете от того, насколько у вас там накоплено боли. Я охуел. Я сейчас прохожу это курсом один месяц, и поэтому теперь, когда я наношу увлажняющие крема, сыворотки, я двигаюсь по всем тем же действиям, нажимаю все, что мне делает мастер, и я на самом деле вижу, как на следующий день у меня нет зажимов, у меня нет слишком сильных каких-то заломов, и у меня даже есть определенная легкость в лице. Я бы не сказал, что это типа молодость, это больше реально про расслабленность, какую-то свежесть лица. После того, как мы нанесли увлажняющий крем для лица, двигаемся дальше. Самое время подготовить наше лицо к тому, чтобы оно сияло и лоснилось красиво там, где надо, а где не надо было ебаная матовость. Сияющий параметр. Сос. От Clarins. Размазываем его с помощью плотно набитой кисточки Buffy. Buffy, baby. Растягиваем ее там, где надо. Берем кисточку вот так и тянем. Там, где легко, вот так вот. И оперативно распределяем праймер на все лицо. И после этого двигаемся к тональному средству. И распределяем тон точно так же с помощью кисточки Buffy. Кремовый контур от Charlotte Tilbury идеальный, легкий, жиденький, не яркий. Да, вначале я психанул, но быстренько разобрался, как сделать красиво. Распределяю его точно так же с помощью кисточки Buffy или с помощью кругленькой, приоткрытой, легкой кисточки Lila. Ею можно распределять все кремовые штучки, и если вы где-то путешествуете и у вас только эта кисть, ей уже можно и все сухие штучки раскидать. Я беру кисточку Angel, она такая скошенная и хорошо задает направление глаза. И когда вы красите угол, потом переворачиваете и можете вот здесь вот закручивать какую-нибудь дымку сверху кат Криса. Я оформил глаза с помощью палетки Mini Pro от Beauty Creation. Мне понравилась здесь вся вот эта вот коричневая какая-то рыжеватая гамма. И в качестве основы я использовал новый карандаш для глаз от Натали Шик. Я люблю риски, я люблю экстрим, и поэтому этот стойкий карандаш я также использовал в качестве слизистой. Мне очень нравится именно цвет. Он какой-то прям реально классный. Это оттенок Rust. Не знаю, что он значит, но мне нравится, что это такой Гранд Каньон какой-то оттенок, если честно. Здесь нет красноватости, но нет выбеленной такой типа песочности. Прям крутой, красивый коричневый. Я им оформляю ресничный контур нижний и потом активно забиваю это все тушью. А сиялку в начале глаз я добавляю из той же палеточки от Beauty Creations. Сейчас покажу несколько свотчей.
классическая палетка для контура от Smashbox Kali. Здесь у нас с вами скульптор, бронзер, пудрочка и все остальное. Ею мы полностью проработаем лицо в качестве матовых таких акцентов, но в качестве сияющих. Доставай кошелек, нужны будут деньги. Вот такая лимитированная палетка, приобретенная на мои последние деньги во время отдыха в Дубае. Ambient. Здесь у нас с вами такая какая-то запеченная красивая пудра с минимальным светоотражением. Очень красивый золотистый хайлайтер. Бронзер. И два оттенка румян. Безумно мягкая, красивая текстура. Идеально будет сочетаться с дорогими сияющими тоналками. Будет на них приклеиваться и смотреться роскошно. Нанесем в качестве бронзера, немножечко румянца, немножечко вот так вот свечение, хоп, хоп, и погнали. Конечно, весь этот макияж про такой оранжевенький оттеночек с загаром, со скульптурированием, с легкими вытяжениями в макияже глаз должен поддерживаться с помощью бронзера, активных каких-то скул. У нас для этого есть с вами роскошные бронзеры от бренда Gucci, но... Но, мой вам совет, обращайте внимание на оттенки, потому что не все оттенки из этой коллекции вам подходят. Например, оттенок 02 достаточно насыщенный и очень-очень активный. Несмотря на то, что текстура сатиновая, цвет все равно насыщенный. И даже если вы возьмете роскошную кисточку Diva и ею распределите, у вас все равно будет темновато. Лучше, конечно, присмотритесь к оттенку 02 или 01. 01. Оттеночек 01 нежный, пудровый, легкий. Видите, минимальное количество загара. Набираем с помощью кисточки Diva. И такие тру-ля-ля, тру-ля-ля. И такие на шею, и на щечки, и на лобик. И такие... О! Кстати, про кисточку Diva. Для пудры, хайлайтера, бронзера, румяны. Ты можешь нанести этой кисточкой все, что угодно. Все, что твоей душе угодно. Кисточка идеально распределяет все сухое тебе на лицо. И хочу обратить внимание, что ближе к Новому году выйдет короткая версия кисточки Diva в travel size формате. Лимитированный оттенок Pink Obsession настолько всем понравился, что я хочу оставить его в постоянной коллекции, но этот цвет я хочу сделать только для коротких кистей travel size. Чтобы вы понимали, и для тех, кто не в курсе, у меня в бренде есть желтые базовые кисти, которые, если эта форма кисти есть в желтом цвете, значит она постоянная. В розовом, в любых других цветах у меня все было лимитировано. Поэтому сейчас мы полностью устраиваем сейл на большие длинные розовые кисти, и все те формы, которые вам очень полюбились, мы переводим в короткую версию для путешествий. Честно говоря, когда лично я постоянно путешествую или вообще выдвигаюсь в дальнюю дорогу, я с собой беру всегда короткие кисточки. Они влазят в любые косметички, их всегда можно просто так закинуть в рюкзак, и они идеально вам послужат где угодно и как угодно. Поэтому я считаю, что вот такую вот короткую писюльку мы будем выпускать к Новому году, к декабрю, и полностью будем розовую линейку Pink Obsession переделывать под travel size, под такие короткие, для тех, кто не любит длинные ручки. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу коротких кистей ручек, отдельная коллекция. Еще один вариант люксовый, N Beauty. Аня молодец, бронзер идеальный, очень красивый, мягкий для самых светлых оттенков кожи. На мне, к сожалению, сейчас уже не будет видно, потому что на моем лице уже такой пирог из скульптора, бронзера, хуё-моё, но когда я на светлой коже это использую, смотрится роскошно. 5 из 5, perfect. Ну и, конечно же, хочу напомнить, что любой красивый макияж не работает, если у вас нет эффектного, простого, но качественного и рабочего ухода. Поэтому ссылки на все банки от Artefact будут в инфобоксе. Также будет для вас эксклюзивный промокод с дополнительной скидкой. Время светлого хайлайтера и мой хайлайтер. Мой хайлайтер-фаворит, купленный, по-моему, в начале этого года, это Pillow Talk from Charlotte Tilbury, yes, Beautifying All Over Glow Highlighter. Здесь 4 разных брусочка, потеплей, побелей, более загорелый, более прям насыщенный коричневый оттеночек. Лично я на себе беру вот этот вот самый светленький, кисточку веерную Extra, yes, cause I'm what? Extra. И наношу туда, куда мне нужно, и тем самым
поддерживаю макияж глаз. Если у меня более загорелое, насыщенное настроение, я просто ебашу вот так вот на серединку. И вот так вот. Yes. Thank you. И сразу хайлайтер такой более тепленький, насыщенный. Наношу это все с помощью кисточки Экстра, потому что она верная, очень маленькая, и я могу проконтролировать ею каждый вот этот вот брусочек. Вы скажете, damn girl, кто эта сексотка? Это я. Вы скажете, damn girl, что это за розинки? Это конкрет шоколад. Я взял вот такую кисточку для губ Була. Она у нас прячется вот так вот в попку, в попочку заходит и а-ча-ча уходит. Я ею рисовал себе острые углы в начале глаз и родинки с помощью конкрета шоколад, а с помощью конкрета хаки я сделала себе макияж губ. Мне очень нравится этот оттенок на губы, и также мне этот оттеночек нравится на брови. Если же смотрится странновато и вы светлая, а не оливковая, как я добавляю немножечко оттенка Taupe. Вот эти два оттенка Taupe и хаки я считаю идеальный must-have для визажистов. Они должны быть в косметичке каждой уважающей себя бьюти-суки. Это все мои люксовые фавориты. Также, конечно, хотелось поделиться и показать вам 100-500 и 1 миллион 100-500 тысяч 800 миллиардов триллиардов 8 палеток Patch McGrath, но как-нибудь в следующий раз в другом ролике. Надеюсь, вам понравился этот формат, мой макияж. Ставьте лайки, ставьте классы. Я желаю вам хорошего вечера, хорошей ночи. Пока-пока. Сияйте. Бля, скорее бы Хэллоуин, да? No. Чтобы я говорил в конце «бу».